С июня 2014 года покупать вино на розлив можно только в стаканах, а приобретать в пластиковой таре нельзя. Конечно, это ударит по выручке виноводочных магазинов. Продавцы нарушают закон. Первая точка рейда – закусочная «Черное море» на улице Астраханской, 76. Специалисты Управления торговли потребительского рынка курорта, Управления по виноградарству, виноделию и алкогольной продукции Краснодарского края, сотрудники полиции сделали контрольную закупку. Проверку продавец не прошла. Специалисты рейдовой группы составили административный протокол. Документы в закусочной в порядке. Зато во второй точке проверки – кафе «Морская звездочка» на улице Набережной, 67, лицензии на продажу алкоголя нет, и контрольную проверку продавцы не прошли. В заведении алкоголя писали и изъяли. За нарушение закона собственники заплатят штраф. Физические лица от 5 до 10 тысяч рублей, юридическая фирма от 50 до 100 тысяч рублей. Борьба с незаконной продажей алкоголя на курорте продолжается. С начала года в Анапе изъяты сотни тысяч литров контрафактного спиртного.